Всем доброе утро. Продаем такого пацана. Смотрите. Полностью ручной. Дает все ножки. Можно полностью погладить. Ножки, смотрите, все дает. Дай ножку. Видите? Заднюю. Давай ножку. Давай. Давай. Оп. Поднял, держит. Видите, уважает человека. Очень хороший конник. Будет за 500 килограмм примерно. Туда-сюда 500. Рост холки ориентировочный. 1,55 м. Ну, как мама и папа. Папа такого роста с мамой. Небольшой. Но очень хороший будет, тягучий пацан. Папа белорусского упряжной. Мама поместная пегая кобыла. Ножки все ровненькие. Ну, пройди. Ну, иди. Прогуляйся. Холодно, минус 17 на улице. Кому нужен классный конник, можете звонить, писать. Может, знаете, кому нужен хороший конник, полностью ручной, человека настроенный, без каких-либо пороков. Полностью хороший мальчик. Трогай, где хочешь его. Садись, куда хочешь. Ну, мы еще не садились, конечно, но он, видите, никуда не убегает, стоит. Полностью здоров пацан. Мы будем его продавать. Нам очень нужны деньги. Так что, ребята, цена его 500 условных единиц. Пишите. Можем помочь с доставкой. Здесь по Беларуси поможем. Красивый, хороший парень. Всем добра.